Здравствуйте, дорогие друзья! У нас настоящая весна, распустились первые цветочки, и уже мы видим на них и бабочек, и шмелей, и пчелки. Но это значит, что и другие тоже насекомые вышли из своих зимних укрытий, в том числе и насекомые-вредители. И вот сейчас очень важно иметь какие-то средства под рукой, чтобы вовремя их обеззаразить, предотвратить их размножение, чтобы они не сократили наш урожай. Вот первое, о чем мы сейчас заботимся, это об уничтожении муравьев, потому что вот еще в теплице у нас ничего нет, а муравьи уже там вовсю поселились, им там тепло, им там комфортно, сухо. И вот они делают свои муравейники. А ей бывает так, что вот ты сажаешь рассаду, а они там вот копошатся буквально рядышком с этой корневой системой. А также вот если дощечкой огорожена вот эта грядочка у вас в теплице, да, как-то бордюрина, то вот они на этом промежутке на всем могут огромнейший этот такой свой муравейник и сделать. А вот я не случайно сижу около Альпийской горки, потому что эти муравьи у меня поселились тут под некоторыми растениями, под камнями, им там тоже очень комфортно. На участке у нас глинистая почва, а здесь мы вносили такую рыхлую песчаную все-таки, да, и вот им там тоже очень удобно. И вот в таких-то местах, вот труднодоступных, как вот я вам говорила, рядом с корнями растений, рядом вот с этой дощечкой, ну не убирать же ее, да, вот на Альпийской горке. В земляничных посадках бывает, прямо вот в центре этой розетки как раз вот эти муравейники. Вот очень сложно их оттуда выгнать и каким-то образом уничтожить. Есть очень хорошее средство, вот называется «Экодуст», и выпускает его фирма «Гера». Большой респект этой компании за то, что сделала такую удобную насадку. Вот распылитель очень-очень удобно именно вот туда, в труднодоступные места, так попадать. Кроме всего прочего, это еще и минимизирует расход этого препарата. Я вам сейчас покажу, как легко, просто это все делается. Вот куда-то под камушек я направляю эту насадочку и буквально вот распыляю этот препарат. Вот он сыпется и так чуть-чуть, вот даже таким вот образом, вот понемножечку он расходуется. Что здесь? Это мелкодисперсный порошок, то есть частички очень-очень мелкие, из особых диатомовых водорослей. Получаются такие кремнистые отложения, они добываются в реликтовых водоемах, где много вот этих вот уже отложений, и особым образом обрабатывается. А что получается после этого? А вот этот порошок, он сразу имеет два важных свойства. Это, во-первых, он как абразивное средство работает, а во-вторых, еще и как мощный абсорбент. То есть вот эти мелкие частички, они такие твердые, кремнистые, что они повреждают хитиновый покров этих насекомых. Они буквально врезаются туда, когда вот они двигаются, насекомые, они врезаются в этот хитиновый покров, а вот этот абсорбент уже, да, вот это свойство абсорбента буквально вытягивает из них всю влагу. И таким образом насекомые погибают. И что важно-то, что вот это уже происходит гибель не от какого-то химического вещества, а именно механический способ здесь работает. И таким образом у насекомых не возникает привыкания, как это бывает каким-то химическим препаратом. То есть вот это такое очень эффективное, самое главное, экологичное средство, потому что это никакая не химия, это все натуральное, взятое из природы, и таким образом мы своему урожаю не приносим никакого вреда. Вот очень важно это, потому что на землянике, понятно, да, она так быстро у нас созревает, и для того, чтобы обезопасить ее каким-то образом, вот лучше-то всего применять какие-то натуральные препараты. Ну и овощи в теплице тоже от муравьев, если мы возьмем какой-то химический препарат, то тоже нежелательно, а здесь все очень-очень натурально, и вы получаете в конце экологически чистый урожай. Это вот средство от садовых муравьев. Точно такая же бутылочка, но только против ползающих садовых вредителей. Кто к ним относится? Это и колорадский жук, а у нас вот скоро-скоро уже картофель вылезет на своих грядках, и они прям тут как тут, вот 10 сантиметров еще этот росточек, они уже там готовые.
Вот. На лилиях это у нас красный лилиевый жук, ну такой прожорливый, что вот буквально от листьев там ничего не оставляет. Особенно рябчики любят, и вот эти молодые рябчики буквально прям под корень съедают. Вот против них тоже распылить можно, да, опять же, вот не побрызгать, а распылить этот порошочек. Причем это можно все делать по листьям, например, на смородиновых кустах, на малине, против малины земляничного долгоносика тоже, по растениям, по листочкам. Они вот там на макушках сосредоточены, этот малинно-земляничный долгоносик, в период бутонизации. Вот и надо туда раз-раз-раз, и на землянике тоже от долгоносика, вот, пожалуйста. Много кто тут еще перечислен, и улитки даже в том числе, пожалуйста, вот тоже воспользуйтесь. Ну и кроме всего прочего, вот хочу еще вам напомнить, что существует экодост против постельных даже клопов. Вот знаете, казалось бы, у нас сейчас уже нет этой проблемы постельных этих клопов. Как бы не так, у меня друзья купили дачу, и вот чтобы дом был, поддерживался, в общем-то, в рабочем таком состоянии, пока его продавали, там поддерживалась небольшая положительная температура зимой. И вот завелись вот эти вот клопы, то есть это вот старая мебель, пока они там чего-то новое привезут, построят и все, вот их надо каким-то образом оттуда выгнать, вот, пожалуйста, от постельных клопов. И от домашних муравьев и тараканов тоже есть такой же экодуз. Тоже крайне важно экологичное средство применять дома, потому что у нас и домашние животные есть, кошечки, собаки наши любимые, да, а здесь вот это абсолютно безопасно для домашних животных, для человека, и вот это все можно с успехом применять на своем участке и дома. Я еще о чем хочу сказать, дорогие друзья, вот еще раз хочу подчеркнуть, что вот с таким действующим веществом, то есть вот эти вот кремнистые отложения из диатомовых водорослей, есть и другие препараты. Но вот это мне так понравилось именно потому, что здесь вот эта вот насадочка прям прошел, вот сейчас я по всей моей этой альпийской горке пройдусь и в теплице вот там, где вот этот вот ряд у меня идет дощечкой, огорожена моя грядка. И будет у меня теплица тоже свободна от этих муравьев. Кстати сказать, применять уже пробовала. У меня один земляничный куст вот отстает от других. Я думаю, что ж такое-то? Пошебуршила, а там вот эти муравьи. Уже попшикала туда, и теперь муравьев там не нахожу. Так что вот работает, проверено. Применяйте, пожалуйста, и у вас будет точно такой же результат.